локти, выставляем вперед. То есть обычно бросок происходит чаще всего боком. Да. То есть как-то вот полуоборот. То есть фронтально бросок работает. Почти ничего не происходит, когда собаку бросаешь. Да? Давайте попробуем еще где-то вот полуоборота. Это совсем боком. Поэтому боком. Руку вытягиваем. Таким образом. То есть вот наша рука вытянутая означает на самом деле конец броска. Это самый конец броска. То есть вот рука направлена в цель, да, она должна остановиться как раз на уровне цели. Поэтому мы ее вытягиваем, фиксируем в плече, в локте, и бросок у нас происходит только одну свою. То есть нужно сделать так, чтобы здесь летел как можно более параллельно земле, при этом локоть, да, фиксирован боком. Вот. Почувствовал, какие мышцы работают? То есть сразу четко начинает чувствоваться, да, какие именно мышцы должны быть. Я позорюсь. Чтобы диск летел ровно, не болтался, да? Но к этому надо стремиться. Вау! Будет лететь только тогда, когда вы кисть отработаете. Очень тяжело. И рука прокачивается. Я вам больше скажу, я с тяжелителями начала мешать. У меня не летит диск далеко, да. Я решила покачать. Потому что ты делаешь что? Ты правильно прицеливаешься в меня. И вроде бы ты должна кисти просто. Но в последний момент ты включаешь локоть. И у тебя диск прицелит туда. А ты только одной.